В 2012 году максимально жестко регламентирован порядок проведения ЕГЭ. Если в прошлые годы в нем еще были пробелы, то сейчас учтено практически все. Обо всех изменениях нам готова рассказать директор Республиканского информационного центра оценки качества образования Елена Попова. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Еще раз скажите, пожалуйста, сколько выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ по республике? Ну, на сегодняшний день на единый государственный экзамен у нас зарегистрировалось 6800 детей, 809 детей, если уж точно, да. Из них выпускников текущего года 5487 человек. Остальные это выпускники и обучающиеся учреждения начального профессионального, среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет обучения. Угу. Ужесточение ЕГЭ. Чего именно коснется? Ну, в первую очередь это коснется меры ответственности, да, определена мера ответственности за разглашение сведений, содержащихся в контрольно-измерительных материалах. Эта мера ответственности сегодня будет применяться как к организаторам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, так и к участникам единого государственного экзамена в период проведения экзамена. О мере ответственности мы говорим вот прямо сейчас, но тем не менее, хотела бы напомнить нашим телезрителям, предлагаем вам принять участие в нашей беседе, звоните по телефону 51-67-67, ICQ информационного канала, Twitter, все работает, тема обозначена, ждем ваших вопросов. Как раз таки переходим к той самой ответственности. Оно даже определено в каких-то цифрах, правильно? Ну, в принципе, в порядке проведения единого государственного экзамена, там пункт 4, да, он определяет, что лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение сведений. Административную. Да, административную ответственность, значит, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, если мы будем говорить о Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, там у нас как раз и записано, да, что граждане на граждан может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. А если это юридическое лицо? А если это юридическое лицо, то от 50 до 200 тысяч рублей. В общем, рублем будут. Серьезно наказывать. Нет. Ну, главное, что не в угол, не на горох. Телефон студии 51-67-67. Звонок есть. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, извините, пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня в этом году ребенок заканчивает 11 класс. И по результатам предыдущих ЕГЭ, вот мы через интернет смотрим, какие задания были вот по математике, по русскому, да, в школе не преподают тех вопросов, которые идут в экзаменах ЕГЭ. Как по этому поводу вы ответите? Вот не знаю, как правильно сформулировать. Мы вас поняли. Спасибо вам большое за вопрос. Как раз-таки соответствуют ли задания ЕГЭ той программе, которую обязаны получить, тем знаниям, которые обязаны получить школьники? Контрольно-измерительные материалы, которые используются сегодня в едином государственном экзамене, разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений в строгом соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Поэтому все задания как раз соответствуют этим требованиям, и в контрольно-измерительных материалах нет заданий, которые не проходят в школе. А если люди не могут найти? Вот сейчас, например, человек, он же тоже, наверное, искал, но не нашел. Я думаю, что нужно просто обратиться к своему преподавателю в школе за советом и за помощью. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, очень много как раз толков было по наблюдателям во время проведения ЕГЭ. Что там за изменения? Кто все-таки может быть наблюдателем? Что для этого нужно сделать? Сейчас принято новое положение о системе общественного наблюдения в период проведения государственной итоговой аттестации, как и в 9 классах, так и в 11 классах и в период проведения единого государственного экзамена. Значит, общественным наблюдателем может быть любой дееспособный гражданин Российской Федерации, изъявивший желание быть общественным наблюдателем. Значит, для этого он должен подать заявление либо Министерство образования Республики, либо в муниципальный орган управления образования с просьбой аккредитовать его в качестве общественного наблюдателя. В заявлении он обязательно должен указать, куда он желает идти общественным наблюдателем. Либо он хочет участвовать в работе конфликтной комиссии, либо он хочет посмотреть, как проходит экзамен в каком-то конкретном пункте проведения экзамена. Хочу сразу сказать, что к заявлению нужно приложить
две фотографии размером 3 на 4. Для чего? Чтобы выписать удостоверение установленного образца. Так как общественный наблюдатель в пункт проведения экзамена либо на заседание конфликтной комиссии будет допускаться в том случае, если у него есть при себе паспорт и удостоверение. Угу. Не могут быть общественными наблюдателями как раз у нас работники общеобразовательных учреждений, неважно каких, да, образовательных учреждений, уточню, то есть это имеется в виду и школы, и лицеи, и НПО, образовательные учреждения, да, СПО, вузов, ни в каком образовательном учреждении. Не могут быть специалисты, работники Министерства образования, органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере образования. Значит, вот они не могут. Не могут быть лица, у которых есть заинтересованность личная. Родители, родственники, чьи дети сдают в данном пункте проведения экзамена. Угу. Потому что здесь как раз конфликт интересов возникает. Причем, значит, родитель может быть общественным наблюдателем, но только не в том пункте, где сдает его ребенок. Пожалуйста, зарегистрируйтесь в другой пункт проведения экзамена и посмотрите, что там. Угу. С марта, с выборов, остались веб-камеры в школах. Ну, так как школа, естественно, избирательные участки. Пригодятся они на ЕГЭ? Не пригодятся? Известно это? Есть информация? Нету? Сейчас такой информации нет. Я думаю, что это будет решаться на уровне Государственной экзаменационной комиссии республики. То есть информация может поступить? Конечно. До единого государственного экзамена у нас еще время есть. Практически больше месяца. Первые экзамены у нас начинаются 28 мая, поэтому я думаю, что там еще есть время порешать этот вопрос. Еще один вопрос по поводу техники. Что будет с теми, кто все-таки пронесет с собой мобильный телефон, другую хитроумную технику? Порядок проведения ЕГЭ как раз предусматривает сегодня ответственность за нарушение нормы, да, запрещающей иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники. Значит, если это касается участников единого государственного экзамена, он будет удален с экзамена, будет составлен акт, который передается в Государственную экзаменационную комиссию. Угу. Если это будет касаться организаторов, которые привлекаются в период проведения экзамена, они будут также удаляться с экзамена и впредь не привлекаться к процедуре проведения ЕГЭ. Вообще ЕГЭ достаточно неоднозначный, где-то спорный такой вопрос. Как-то осуществляются какие-то собрания, совещания каких-то, может быть, учителей к тем органам власти, которые отвечают за ЕГЭ, или наоборот? Ну, на сегодняшний день у нас осуществляются вот республиканские совещания как раз только с координаторами. Угу. Те, которые координируют сегодня процедуру проведения единого государственного экзамена на территории муниципалитетов. У нас таких представителей более 120 человек, которые обеспечивают как раз всю процедуру. Они собирают информацию, они собирают какие-то вопросы, замечания, предложения. Все это озвучивается потом на республиканских совещаниях. Ну и, наконец, и передаются, хочу сказать, что и передаются потом все замечания, предложения на федеральный уровень. Наконец, последний вопрос, я думаю, все равно боятся. Боятся учителя, может быть, боятся ученики сдавать. Страшно ли это на самом деле? Или это обычный экзамен? Я думаю, что это обычный экзамен. И не надо бояться и нагнетать обстановку. Самое главное, психологически подготовиться к экзамену. Спокойно. Вообще экзамены проходят в очень спокойной и дружелюбной обстановке. Не надо бояться, потому что у каждого участника экзамена свое рабочее место. Он один сидит за рабочим столом, перед ним контрольно-измерительные материалы, его никто не мешает. Он может сосредоточиться, внимательно прочитать и ответить на вопросы. Елена Валерьевна, вам большое спасибо, что были с нами. Исчерпывающую информацию дали. Большое спасибо. Напомню, что вам спасибо. О предстоящем едином государственном экзамене сегодня беседовали с директором Республиканского информационного центра оценки качества образования Еленой Поповой.